В рамках реализации программы «Одаренные дети» в РУДН состоялся конкурс исследовательских и изобретательских работ учащихся естественно-научного, медико-биологического и технического профилей «Я – будущий ученый». Участники – школьники 8-11 классов учебных заведений Москвы и Московской области, исследовательские интересы и творческая деятельность которых направлены на глубокое и разностороннее изучение математики, физики, химии, биологии и информатики. Работы, предполагающие осведомленность о современном состоянии области исследования, владение методикой эксперимента, наличие данных о проведенных собственных исследованиях, анализ, обобщение и выводы – вот что оценивалось на конкурсе. Школьники выступали с презентациями, участвовали в дискуссиях. Логика изложения, убедительность аргументации, четкие выводы, самостоятельность суждений, оригинальность и творческий подход к выполнению представленной работы не остались без внимания. Победители и призеры были награждены дипломами первой, второй и третьей степени. Остальные же получили сертификаты участника конференции конкурса «Я – будущий ученый». Екатерина Гульбина, Бекай Сако, новости ТВ РУДН.